На пунктах пропуска полиция выявляет нелегальных перевозчиков, проверяют все без исключения машины. Чтобы избежать штрафов, водители высаживают пассажиров в километре от КПП, люди вынуждены с сумками идти пешком. С пункта пропуска «Майорская» вернулась Мария Сергеева. Полиция не пускает. Так водители такси объясняют пассажирам причину принудительной высадки. Ну я вот приехала в такси. Такси? Зовите таксиста сюда. Машины пропускают все. За поездку до пропускного пункта «Майорская» женщина заплатила 350 гривен, но таксист ее высадил в километре от КПП. Можно ехать. Ехать можно, вот ребята сказали, можно ехать. И что? И что? Он развернул колеса и свалил. Все. С тяжелыми сумками до КПП ей пришлось идти пешком. Третий день перед пропускным пунктом «Майорская» работает усиленная группа правоохранителей. Сотрудники нацполиции, СБУ, Управления транспортной безопасности и представители облгосадминистрации выявляют нелегальных перевозчиков. Уже составили 20 протоколов. Сумма штрафов превысила 400 тысяч гривен. Штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Вот. Это борьба с нелегальными перевозниками. Таким образом, хотят не только наказать нелегалов, но и упорядочить очередь. Водители говорят, если раньше им приходилось стоять сутками, то теперь проезжают КПП за несколько часов. Поболее машин было. И стояли почти по дню. За день проезжали, ну почти день. А это вот сейчас, ну, 3-4 часа. Волонтерам, наоборот, стало сложнее. Сергей, представитель общественной организации стариков и инвалидов, возит бесплатно, но пропускает его не всегда. Если у меня удостоверение, пожалуйста, с приятой всеми справами. Ну, мне как, когда пустят, когда не пустят. Вон, откройте, посмотрите, у меня инвалиды, действительно. Операция по выявлению нелегалов будет длительной, предупреждают правоохранители. Поэтому пассажирам советуют пользоваться услугами рейсовых автобусов. На автостанциях Бахмута спрос на маршрут до КПВВ «Майорская» большой, но уехать можно. Мы только подъехали. Ну, видите, пока еще людей не так уж и много. Битком набивают. Люди бедные стоят еще. Шофер еще, давайте проходите, проходите. Ему ж выгодно, чтобы побольше натолкать. До пропускного пункта «Майорская» из Бахмута можно доехать с двух автовокзалов. Маршрутки отправляются каждые полчаса с 7 утра до 4 вечера. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, телеканал «Донбасс».